Оздоровительный сезон в лагере «Юбилейный» в полном разгаре. 30 июля здесь открылась специализированная смена для несовершеннолетних. Русь изначальная. Тематическая программа под таким названием рассчитана на приобщение ребят к истории, русской культуре и народным традициям. Детям стилизация под старину оказалась по душе. На торжественном открытии смены они представили свои отряды, названия которых взяли из славянских племен. Уличи, Кривичи, племя Севера, Угоры. Мы Угоры, становитесь в ряд! Мы Угоры, борцовский отряд! Мы Угоры, не пьем мочекол! Мы Угоры, ездим на заниженных приорах! От самых маленьких шестилеток до учащихся старших классов всего 166 человек. Среди них ребята из семей, находящихся в социально опасном положении, и опекаемые дети. Для многих отдых в юбилейном – главное событие лета. Поэтому и приезжать сюда стараются на весь сезон. Каждый год нравится, еду. Ой, вожатые очень хорошие у нас подбираются всегда. То есть никогда не обидят, там плохого слова не скажут. Все. Очень замечательно. Ну, кормят просто шикарно, не знаю. Ну, всегда займут делом, что без дела ты никогда здесь сидеть не будешь. В каждом отряде свои обычаи. Есть домовые, которые следят за порядком. Жить по расписанию, ранний подъем, после обеда полуденный сон, а в 10 вечера отбой, этим ребятам совсем не сложно. Здесь во всем царит бодрый и веселый настрой. Ходим на куски там. Зарядку делаем по утрам. Я люблю играть в пионербол, волейбол, футбол и баскетбол, и перепрыгивать лавки. Программа «Русь изначальная» в лагере проходит впервые. Ее автор, педагог-организатор Анжела Никитина уверена, прививать любовь к исконно-русским традициям не только полезно, но и увлекательно. Если честно, первых 3 дня у детей недоумение, потому что, ну вот, допустим, у нас приветствие, мы здороваемся, ой, вы гои си, они нам в ответ кричат, и вам не хворать. То есть у нас своеобразные какие-то такие штучки. Я не скажу, что это русское традиционно, но это, так скажем, чтобы детям было комфортно, мы придумываем вот такие свои идеи. Какие-то сами рождаются, какие-то спонтанно. И дети в недоумении. Для них вот эта стилизованная русская музыка, которая звучит, сначала они не понимают, им кажется, что это все грустно, все это так. А потом, когда они понимают, что это в принципе весело, задорно, то к концу смены у нас дети так же, как и везде, наверное, со слезами уезжают, не хотят. Атмосфера совсем другая, ты такой вот, как, даже слов, наверное, подобрать сейчас не смогу, но просто ты попадаешь в такой мир, вожатые дети, и сразу все такое, как сказка. Это же вообще программа основана на сказке. Специализированная смена в юбилейном продлится 21 день и завершится 16 августа отчетным концертом.